Но мы переходим к обсуждению первой темы. Автомобильные пробки сегодня стали серьезной проблемой для многих крупных городов во всем мире, в том числе и в России. Местные власти пытаются бороться с загруженностью дорог, развивая общественный транспорт и строя объездные пути, а водители стараются объезжать самые большие заторы. Несколько лет подряд первые строчки в рейтинге городов мира по пробкам занимали такие индийские мегаполисы, как Мумбаи, Бангалор, но прошлый год внес свои коррективы, и городом с самыми большими пробками в мире стала Москва. Ну, в топ-10 городов России по пробкам Хабаровск, к счастью, не попал. Но, несмотря на это, в час пик пробки в краевой столице зачастую достигают 9-10 баллов. Активное дорожное расширение последних лет никак не помогает городу избавиться от автопробок. В мэрии стараются бороться с проблемой административными мерами, будь то запреты левых поворотов или установка железных барьеров для пешеходов на перекрестках. Однако даже умная система регулировки светофоров не помогает. В ГИБДД разводят руками. От заторов современному городу никуда не деться. Можно ли исправить ситуацию с пробками в нашем городе? Поговорим с гостем. В студии Леонид Утенков, старший преподаватель кафедры технической эксплуатации сервиса транспортно-технологических машин. Доброе Леонид, утро. Доброе утро. Доброе Давайте утро. Начнем с истоков. Откуда берутся пробки? И какие-то ошибки приводят к их образованию? Или это, в принципе, нормальное абсолютное явление? Ну, поскольку каждый человек, он сам по себе уникален, то и манера поведения наша на дороге, она тоже уникальна. Больше чем один раз ставили подобные эксперименты, когда, скажем, по кругу запускали автомобили с одинаковым интервалом и просили двигаться по этому кругу. Угу. Спустя буквально 5 минут появлялись уплотнения в этом круге, появлялись разрывы. И на дороге мы, в принципе, видим то же самое. То есть для кого-то безопасная дистанция – это возможность прочитать номер автомобиля, который движется впереди, для кого-то это 2 секунды, для кого-то это 5 секунд, ну и, соответственно, что постепенно вот у нас трафик, он приобретает такой рваный характер, где-то плотно, где-то относительно разрежено. А вот можно ли представить себе какую-то идеальную ситуацию, то есть хочется понимать, к чему идти, да, или чего нам не хватает, вот город, например, такой, как Хабаровск, в котором порядка 600 тысяч жителей, и вот такое-то энное количество автомобилей. И вот какой должна быть дорожная сеть и светофорная сеть, чтобы вот у нас пробок не было? Или это вообще, в принципе, да, учитывая, что все водители разные. Ну, какой бы развитой дорожная сеть ни была, уплотнения дорожного движения будут наблюдаться всегда, потому что есть ярко выраженные миграционные потоки утренние и вечерние, да, утром все в город, вечером все от центра города к местам постоянного пребывания, да, отсюда, соответственно, уплотнение трафика в одном направлении утром, уплотнение трафика в другом направлении вечером. И даже если мы сегодня в два раза увеличим пропускную способность наших городских дорог, победить пробки на 100% мы не сможем до тех пор, пока население не уверует в то, что общественный транспорт создан для того, чтобы именно им перемещаться в крупных населенных пунктах. Я в свое время, вот не поверите, был шокирован, когда в личной беседе с жителем нашего соседнего государства, ну так, вот просто ради спортивного интереса, уточнил у него, сколько у него велосипедов. Ответ был реально шокирующий, потому что до этого мы у него в автомобиле обнаружили 18 зонтиков. 18 зонтиков в одном автомобиле. Соответственно, ну вот когда он сказал, что ну там десятка два велосипедов, я точно не помню, ну зачем тебе столько? А все объясняется достаточно просто. Человек живет на одном острове, а работает на другом острове. Ну догадывайтесь, это страна восходящего солнца, да? Соответственно, обычный день его выглядит следующим образом. Он садится на велосипед, доезжает до railway station, там садится на электропоезд, доезжает до следующей станции, садится на другой велосипед и так далее. Велосипедом он перемещается по крупным мегаполисам, и у него это получается быстрее, чем на автомобиле, а все остальное время он перемещается на общественном транспорте. И, ну, с учетом тех скоростей движения, которые обеспечивает общественный транспорт там, это, в общем, для него разумная экономия времени.
Я предлагаю поговорить о тех мерах, которые в принципе могут и позволяют решить в некоторой степени вопрос пробок. Вот, например, начнем со светофорного регулирования, как, например, показал нам знаменитый перекресток, да, это получается Волочаевская, переулок Трубный. В принципе, если включать голову и правильно отрегулировать дорожное движение, то светофор помогает нам снять многие-многие проблемы. Ну, он, собственно, для этого и нужен, чтобы разрывать поток в одном направлении, создавать движение в другом направлении. И опять же, здесь законодательство работает на то, чтобы помочь все-таки не особо сообразительным водителям реагировать на сигналы светофора, потому что, ну, нередко бывает так, что вот у нас центр города стоит не из-за того, что неправильно организовано светофорное регулирование или не хватает ширины проезжей части, а из-за того, что каждый водитель почему-то считает, что на перекресток можно выезжать и на мигающий зеленый, и на желтый, и потом встать и мешать пересекающим всем машинам. И сам не двигается, и потоки поперечных направлений тоже стоят. Чего добился, неизвестно. А вот такое явление, как различные развязки, у нас же вот несколько лет назад активно шли, такие озвучивали планы строительства Большая Воронежская Шелеста, ну, чтобы там, ну, потом уже вроде, да, от этой идеи вроде бы отказались, но вот все-таки развязки могут решить проблему пробок? Ну, в любом крупном городе многоуровневые развязки на пересечениях оживленных магистралей, естественно, напряженность снимают. И, ну, скажем, у нас есть и как положительные примеры этой реализации, да, скажем, на Карла Маркса мы имеем пересечение с улицей Большой, проспектом 60-летия, на Карла Маркса мы имеем пересечение с улицей Ленинградской, сегодня там тоже плотно. Но никто не обращает внимания на то, что с момента, когда эти развязки строились, у нас количество автомобилей в городе увеличилось более чем в два раза. И естественно, что стало плотно. А теперь давайте мы эти развязки вычеркнем, и тогда пробки на Воронежской Большой Шелеста, которую вы упомянули, они покажутся детским лепетом. Вот если принимать какие-то меры, понятно, что нужно их принимать не огульно, типа, а давайте вот это сделаем, а может быть получится. Нужно, наверное, там смотреть какие-то научные данные, статистические данные. Вот опыт других городов, например, похожих на Хабаровск, он что показывает? Вот если, например, мы начнем строить многоуровневые парковки, потому что мы понимаем, что центр уже освободить от машин практически невозможно, надо что-то с этим делать, потому что все дороги, особенно на подъемах, все забито. Если мы все-таки будем делать вот подобные парковки, муниципальные, разные, многоуровневые, чтобы расчистить хотя бы центральную часть города, это может как-то решить вопрос? Тут сначала как-то надо собственную психологию победить, потому что мы вот дальневосточники привыкли к тому, что у нас места очень много, пока не оказываемся в центре города, да, и мы не готовы платить за парковки. Поэтому сделать парковку и наполнить парковку стоящими там транспортными средствами, это, скорее всего, будет на небезвозмездной основе. Это вот две совершенно разные задачи. Вспомните, у нас в районе железнодорожного вокзала парковка появилась, ну, больше, чем один год назад. Я бы даже сказал, больше, чем 15 лет назад. Сейчас там нет свободных мест. Но 10 лет назад там можно было в хоккей играть, там было пусто, потому что за это надо было платить, а платить никто был не готов. Есть у нас многострадальная улица Павла Морозова, да, сейчас там движение частично ограничено, автомобилистам разрешили по Краснореченской ехать по полосе, выделенной для общественного транспорта. Когда ремонтные работы на Павла Морозова закончатся, движение восстановится, если оставить водителям возможность вот ехать по Краснореченской, по этой полосе для общественного транспорта, станет ли меньше утром пробок? Ну, кроме того, что это снизит среднюю скорость сообщения для как раз общественного транспорта, ничего другого полезного это точно не даст. Собственно, полосы для общественного транспорта, они создаются как раз для того, чтобы рейсовый транспорт, который движется по расписанию, мог двигаться хотя бы относительно, соблюдая это расписание. Понятно, что у нас дорожная ситуация, она всегда развивается, ну, практически мгновенно, да, когда от свободной дороги до вдруг того, что вчера случилось на Запарино.
поэтому все предусмотреть нельзя. Но выделенная полоса для общественного транспорта – это не наше изобретение. Это практика, которая как раз возникла в крупных мегаполисах, где, скажем, трафик чуть поактивнее, чем у нас. Ну, понятно, что такой ощутимый вклад в разгруженность дорог внесет, если люди начнут активно пересаживаться на общественный транспорт. А как этого добиться, чтобы люди туда пошли? Ну, когда на улице минус 30, а на остановке приходится ждать 5-7 минут, то добиться этого сложно. Особенно, если ждать приходится 20 минут. И тут, наверное, вопрос все-таки к нашим перевозочным организациям, к тому, как правильнее организовать их движение по маршрутам, потому что, ну, не секрет, что в утренние часы автобусов не хватает однозначно. Вечером у нас час пик все-таки он более растянут по времени, и там эта напряженность, она меньше сказывается. А вот когда утром ты лишние 3 минуты на остановке стоишь, уже нервы начинают, скажем так, поигрывать внутри. Ну, тем не менее, на сегодняшний день у нас достаточно большое количество онлайновых сервисов, которые позволяют отслеживать в режиме реального времени движение общественного транспорта. И если начать лично с себя, то есть с собственной организации, и понять, что тебе нужно, извините, собственную тушку для работы, до работы доставить, да, а не тащить там 20 баулов, то, наверное, целесообразнее все-таки составить свой маршрут таким образом, чтобы с небольшим запасом времени, тем не менее, перемещаться на общественном транспорте. В конечном итоге это банально дешевле. Это банально дешевле. Ну и всегда нужно помнить о том, что пробки создают не автомобили, пробки создают люди. Поэтому помните каждый раз, садясь за руль, что вы сели за руль для того, чтобы доехать до места, а не для того, чтобы поспать за рулем или попереписываться в каких-то мессенджерах. У нас в гостях был Леонид Утенков, старший преподаватель кафедры технической эксплуатации и сервиса транспорта технических машин.